Высшая театральная премия Москвы «Хрустальная Турандот» за честь и достоинство вручается Борису Мессереру. Приз вручает Владимир Васильев. Я очень рад, что нахожусь в составе шестидесятников. Боренька, я очень и очень рад за тебя, Игорь. Я очень рад за тебя. Вы удивительные творцы. Вы художники с большой буквы. И это не случайно, что эту премию действительно получают только в конце. За всю жизнь все мы имеем столько соблазнов, столько возможностей приступить порог некий. И мы с вами отлично понимаем, что в конце этой жизни самыми главными судьями будем именно мы с вами. Не знаю перед кем, но перед собой. И эта премия, которая меня в свое время здесь на вручении Турандот заставила пролить слезу, потому что это самая волнительная премия. И вы этого достойны. Я счастлив, что я являюсь вашим другом, вашим современником. Спасибо большое вам. Я поздравляю всех награжденных сегодня на этой сцене. И очень хочу надеяться, чтобы каждый из этих награжденных до конца своих дней сохранил честь и достоинство. Всего вам хорошего. Спасибо. Я сейчас думаю о времени, потому что вот промелькнувшая жизнь, она спрессована вот какой-то удивительным быстротечности своей. И Игорь Кваша, который вот только что получал эту премию, достойнейший актер и театральный человек, и совсем недавно, в 57-м или 58-м году, привел меня в театр «Современник» и завел на театральное дело. И я вспоминаю, как он познакомил меня с Ефремовым, и дальше зацепилась эта эпопея «Современника», потом «Хата» и так далее, и так далее. Конечно, для меня величайшее счастье получить эту награду, и моя благодарность всем вам. Спасибо. Знаете, я просто хочу два слова добавить. Когда присуждали нам премию, никто не знал, что мы друзья, и это было как бы порознь. Но я так счастлив, что мы с Борькой здесь объединились. Это так странно, что это получилось так вместе и так замечательно. Я очень рад за тебя, Борька.